Привет! Ты со мной или нет? Выбирай. Зайка, подожди. Давай вместе снимем интро. Аврора не хочет присоединяться к нашему влогу. Привет, мир! Сегодня я начинаю свой фэшн-влог. Да! Наконец-таки! Я уже много лет, месяцев хотела начать снимать контент, связанный с модой. Простите за звуки на бэкграунде, это моя любовь. Что будет в этом влоге? Мы с вами будем отправляться в магазины, шоурумы российских брендов, или не российских брендов, просто брендов, которые присутствуют в Петербурге. И я буду снимать образы, смотреть на ассортимент, показывать вам магазины. Все, что я сама очень люблю смотреть, я буду сегодня снимать для вас. У нас сегодня на повестке дня мини-шоп и пространство What to Buy. Я выбрала Петроградку сегодня, она близко к нам. Начнем с этого. Привет! Вот, на мне сегодня свитер Акне. Раз этот влог про моду, тут будет много разговоров про бренды. Свитер Акне, ему уже много лет. Немного солнца в сером Петербурге сегодня. Это моя капсула Sava Jewelry и мои любимые карго из Тумуда. Мы сегодня снимаем с Авророй, поэтому... Good luck to us! Good luck to us! 100 пудов надо сегодня Селин взять с собой. Сумка Селин! Она у меня с моего 18-летия. Моя самая любимая сумка на свете. И в принципе сумки Селин это прям я, прям я. Мы добрались до мини-шопа на Петроградке, нашей любимой. Я сейчас подбираю образы, которые буду вам показывать. Мини-шоп — это отличная база. Мне довелось уже сотрудничать с ребятами. В самом начале моего пути в Инсте мы сотрудничали, и все видят меня постоянно дома в длинном голубом сероватом лонгсливе, в розовой футболке. Черная футболка у меня от них есть, и качество отменное, мне очень нравится. Сейчас я буду подбирать классику, рваные брюки и футболку, майку. Класс! Начинаем наш обзор с незаменимого майка в рубчик. Она очень плотная, что мне очень нравится. Я не очень люблю легкие ткани. Мне нравится, когда прям джинсы. Тоже просто потрогать стоит, чтобы понять, насколько все качественно. И сидят они офигенно. И сейчас мы дополним этот образ, потому что Петербург может быть прохладный. О, Полина пришла на помощь. Нам тут еще подарок принесли, и Поля приехала помочь. Класс. Посмотрите. Просто пальто мечта. Оно оверсайз такое прям. Я чувствую себя, знаете, как кто? Как Мэри Кейт и, короче, близняшки Олсен. Не хватает только потрёпанный биркин, или что они там обычно носят. Сигареты в руках и такие волосы. У меня здесь самый обычный базовый лонгслив белый. Но он на все случаи жизни. И с черными из эко-кожи брюками, и голубые, и шорты. Лето, не лето, очень нужная вещь. Если добавить жакет к этому белому лонгсливу и нашим брюкам, получается уже такой более деловой, официальный, либо даже вечерний образ, если поиграть с прической, макияжем и обувью, и сумкой. Аксессуары вообще меняют все. Ну да, сейчас я вам просто показываю базу. Я хотела вам показать бюстгальтер такой летний, и с брюками, и под вот рубашку. Ну, короче говоря, Аврора поела с правой стороны, а с левой нет. И у меня размер XS как раз на эту, а медиум на эту. И получается, я не могу вам показать нормально. Смотрите на одну. На этом мы заканчиваем наш обзор. Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с брендом Mills Carta. Mills Carta — это российский бренд женских сумок. И в моем распоряжении сейчас находится сумка Ruby. Я выбрала ее в необычном для меня оттенке. Я очень люблю зеленый цвет хаки, такой более спокойно-пастельный. А этот прям, не знаю, как правильно называется, ярко.
зеленый, но я увидела и поняла, что она та самая. У меня таких вещей еще нет. И сегодня мы вместе с вами будем стилизовать, подбирать образы под сумку Руби. А эта сумка является современной классикой. Во-первых, я уже начала образ, но мы его продолжим. Давайте еще поближе посмотрим на нее. Качество очень классное. И тут мои наушники. На мне футболка с чем-то зеленым, как мы видим. Капуста. Затем я беру винтажную куртку. Тут тоже зелененькая. Опа. Ага. На мне джинсы. Я вам покажу в зеркало потом аутфит целиком. На мне джинсы рваные. И обувь сейчас. Подождите. Обувь. Возьмем классику для этого аутфита. Берем и добавляем нашу сумку сюда. Так вот у нас получился образ. На каждый день. По делам, на встрече. На встрече с друзьями, в ресторан, на завтрак. Да куда угодно. Мне очень нравится. Класс. Образ номер два. Я решила вновь взять зеленые оттенки за основу. И поиграть с ними. Дополнив все огромным оверсайз пальто, очки и наша красота, сумка. Я еще хотела поиграть, сейчас покажу. Мне кажется, с этим аутфитом можно ее как клатч носить, вот так вот. Ага, да, мне нравится. Ты вроде бы very casual, но из-за того, что у нас пальто, мы выглядим очень на бизнесе, и мы бежим на встречу или на свидание, не знаю, куда-то мы бежим, и у нас в руках сумка. Мне нравится. Далее. Для меня это, если честно, более вечерний образ. Если просто застегнуть пиджак, можно опять же сделать клатчем, что мне очень нравится, что можно и вечером, и утром, и в спортивном стиле, и в бизнес-кэжуал использовать эту сумку. Я люблю, когда висит. Поэтому я бы вот так пошла. И, может быть, на каблуках. Но, зная меня, я просто не ношу каблуки никогда. Но если ты носишь, как бы надела. И вуаля. Да? У меня здесь комбинезон под низом. Если снять пиджак, будет очень такой спортивный сразу же стиль. А мы вечером взяли, надели пиджак. Застегнули его вот так. И пошли. Я считаю, что сумка — это отличное вложение в гардероб. Вот просто был пиджак, был какой-то скучный аутфит. Добавляешь сумку. Вот сумка, знаете, и обувь, она прям elevates your outfit. Также поделюсь адресом магазина в Москве. Улица Большая Почтовая, дом 32, корпус 1. Также есть доставка по всей России, Беларуси и Казахстану. И бренд представлен на крупных маркетплейсах. Так что, если вас заинтересовала эта находка, переходите, вся информация будет в описании. Спасибо, Милскарт. Я очень рада сотрудничать с вами и рада совместному креативу. Доброе утро. У нас день номер два. Вчера я сходила только в мини-шоп, а сегодня мы едем с вами в пространство What to Buy. What. Слышала, как я сказала? What to Buy. No, What to Buy. Let's be American for a second. Это свитер моей старшей сестры. Спасибо, Ксения, которая не знает, что он у меня вообще. Аркашка. Да. Yeah. Привет, скажи. Привет. Аврора сейчас с ней, если что. Мы приехали. Здесь на входе такое вот зеркало. Смотрите, ребят. Очень классно. Опять Петроградка. Моя любовь. Мы только зашли, я уже вижу, что мне очень нравится. Меня чуть потянуло на розовый. Посмотрите на эту красоту. Это прям мое, конечно. Мне нравится. God Created Woman. Это мой любимый фильм с Бриджит Бардо. Здесь, в этом шоуруме, представлены только российские бренды. Я многие не знаю, и я очень приятно удивлена, но в хорошем смысле мне очень-очень-очень нравится уже все здесь. Знаешь, что я поняла? Что меня начало тянуть к тому, что мне нравилось в детстве. Как раз были карго, такие хаки, штаны. Я носила какие-то непонятные, более мальчишеские вещи.
ну, многие из них были, которые в деревне я часто росла и бегала в этом. И сейчас меня прям тянет именно на это. Меня, в принципе, всегда тянуло больше, чем вот к платьям, к юбкам, к такой, не знаю, как это назвать, хип-хоп, томбой, whatever style. Мне очень нравится, что здесь батончики лежат. Ну, сейчас будем уже примерять вещи. Я, кстати, вот могла бы сниматься в Барби. Ну, ты знаешь, что меня люди часто, много раз называли Марго Робби. Ну, типа, похожей. Это очень приятный комментарий. Мы, конечно, не очень похожи, но мне всегда... Ну, конечно, для меня это высшая степень как-то комплимента, потому что она мне безумно нравится. Ладно, друзья, пошли на рассвету. На мне куртка бренда It's Me. Волшебная, она зеленоватого такого темного цвета. И посмотрите на эту юбку. Просто с ума сойти. Мы передвигаемся в аутфит под слоганом «Бог создал женщину». Если кто-то смотрел фильм с Бриджит Бардо, он также называется. Он же так же называется, да? И Бог создал женщину. Это прям веет, если честно, этим фильмом. Очень красивый комплект на лето. Вообще. Мне знаешь, что очень нравится? Мне нравится деталь здесь. Посмотри. Я очень люблю, когда вот так делают. Прям очень классно. Ну, раз скоро лето, я продолжила немного рубрику «Лето». А, я накинула эту прозрачную кофту на купальник. Он такой. Каша очень нравится. Но очень красиво, мне нравится. Мне сейчас еще одна куртка бренда It's Me. Опять же, красота просто. Джинсы Чайк. Я не знаю, как комментировать это просто идеально. Я мало внимания уделила джинсам, хочу еще раз про них поговорить, потому что в прошлом луке, конечно же, куртка затмила все, но посмотрите, они сидят на мне идеально. Это большая редкость, потому что я низкая, я 1,60 м, и я думаю, я их возьму. Тут волшебная футболка от Шукс, капуста по-французски, Шукс, капуста, как видите. Я верю в манифестации. Тут как раз написано Rich Bitch Energy Only. Посылаю вибрации во вселенную, так сказать. Я не пью розе, но мне кажется, больше всего на меня похоже розе. Либо шампанское, я бы сказала. Ну, просекко больше, наверное, чем шампанское. Ты Беллини. Я Беллини. Была когда-то. В далеком прошлом. Мне, в принципе, очень нравятся все их. Практически все их футболки, они мне по вайбу очень подходят. Я ищу что-нибудь такое забавное, нетривиальное. Я решила отходить больше от базы, и мне хочется разбавлять прикольными надписями, или картинками, или текстурой. Короче, внедрять прикольные вещи в свой гардероб, а не просто база. База — это прекрасно, и вообще я за базу, потому что ее можно смешивать и меньше покупать вещей, просто ходить в базовом гардеробе. Но вот изюминки, они нужны. Вот представим, что я в этом надела еще очередную куртку бренда It's Me. Потом у меня здесь ботинки черные такие, на шнуровке. Представим. И все, я выхожу в свет. Еще сумка какая-нибудь классная. Здесь еще по записи можно делать макияж. Прямо вот в шоуруме. Пространство супер классное. Доброе утро, добрый день уже вообще-то. Мой фэшн-влог. Я здесь. Я немного чувствую себя не очень.
Сегодня встала в 5 утра с Авророй. Туман в голове, но у нас сегодня день съемок продолжается. Хотела показать вам свой аутфит. Очки из Радиуса. Новая коллекция. Это в Грузии я покупала Mom Said Good. Футболка, она супер оверсайз на самом деле. Она мне вот так вот. Но мы ее заправили с вами. Она мне очень нравится. Это чукс. Или чукс. Капуста по-французски. Это винтажная, как бы правильно произнести, Кавасаки. Винтажная куртка. Я не перестаю любить ее. Я ее давно уже очень купила. У меня здесь Ocean Bag, джинсы Чайка. Носки очень удобные, они сейчас вообще не подходят, но они очень удобные. Их не видно. Белью и кеды Тумут. Я еще вчера начала вам говорить, что я ищу в своем стиле каких-то приколов, чего-то необычного, нетривиального, и хочу разбавить свой стиль базовый в основном. Я очень люблю комфорт, базу, и мне вообще мало что на самом деле нужно, я могу ходить в пижаме каждый день. И для меня одежда — это просто творчество, самовыражение, я к ней не отношусь очень серьезно, не ставлю ее на пьедестал. Как-то я отпустила всю эту важность и просто веселюсь с ней. Я хочу продолжить веселиться. Для меня это нетипичная покупка на самом деле. Такой принт. Надпись тоже нетипична для меня, но мне она очень нравится, и, в принципе, я с ней согласна. Какие-то маленькие детали, там, уточка, что-то добавлять немножко и разбавлять стилек. Хотя я очень люблю классику, и она точно останется у меня, вот как база, мини-шоп, всегда нужна. Надел, не парься, выглядишь, знаете, как это называется? Quiet luxury. Очень удобно. Это, знаете, по типу, если кто-то подписан в Инстаграм на Джозефину. Вот это ее прям такой спокойный люкс. Очень качественные вещи, но они не выдают, что они прям брендовые или какие-то прям сверхдорогие, а просто они качественные, спокойные и такой класс. Это мне очень нравится. И винтаж классный мне нравится. И принты прикольные. Сейчас покажу еще одну футболку. Капуста, ребята. Вот хочется побольше такой капусты в жизни. Чего-то такого. Ну, честно, мы живем один раз, хочется веселиться. Сегодня мы с вами поедем. Мне так нравятся эти очки, я их просто не снимаю, простите. Сейчас серо в городе. Но неважно. Мы поедем в винтажку. Брендовую линия называется. Короче, отмена плана, ребята. Просто покажу вам аутфит. Точнее, уже показала. Сегодня никуда не поеду. Но мы используем этот аутфит завтра и поедем завтра в линию. Просто что-то мне совсем нехорошо. Вас бывало такое, накрасились, оделись и остались дома. Сегодня первый день лета. Я закуталась в Аврорин пледик, потому что очень прохладно, конечно, в Питере еще. Но мне это нравится. Я слышу, что в Тбилиси сейчас вообще жара жуткая, уже невозможно дышать. Привет, Тбилиси, мы скучаем. Я еще не соскучилась. Ну да. Уже следующий день, я в том же аутфите, но мы приехали наконец-то. Да, сейчас оставлю. Мы тут всей бандой. Мы приехали в винтажку, сейчас будем подниматься, мы находимся в пространстве линии, и винтажка называется линия тоже. Как оригинально. Вот. Ну все, мы заходим. Аврора ведет влог. Что ты хочешь сказать всем подписчикам? Аврора ведет свой влог. Я пошла с мамой снимать ее. Если бы ты познакомился с Лизой в 13 лет, вот так вот одевалась, у меня были бы такие же. Ну, естественно, не такие же, но вот по типу таких, из такого же материала брюки. И я носила такие кофточки, так заправляла. И у меня была такая же сумка, там был плеер такой с дисками. И вот это я в прошлом. Я только что Аркаше сказала, что у меня не работает уже аппарат мой, я не могу описывать даже вещи, у меня не складываются два слова вместе за дни съемок, но я думаю, визуал сам за себя говорит многое. Да? Да. Сейчас я еще хотела очки потопать.
Тебе нравится? Прикольно. Вообще кайф. Да? Нравится, да? На мне очки из Chanel. Это сумка дизель. Остальное я не посмотрела. О, боже, это почему? И сейчас со мной что-то происходит. Все в порядке. Ты как я сейчас выгляжу? Нет, они просто очень большие мне. Мне еще очень приглянулась вот эта. Прикольно, да? Скорпион как раз очень. И на спине он просто. Вообще супер. Очень классная куртка. И сюда как раз можно попробовать. Это мой фаворит в этом магазине. Я когда жила в Париже и ходила по винтажкам очень много, мне было очень тяжело найти там, ну, то есть там горы, там просто миллионы этих винтажек, и чтобы найти что-то прям очень ценное, нужно постараться. А здесь прям как бы собрали это ценное и в один магазин запихнули, то есть уже приходишь и уже прям в каждую вещь практически, ну, на мой вкус именно, достойно. Еще одна куртка, которая мне нравится. Ничего нового, я вечно сейчас же кожанка. Фит номер 2. У нас есть вариант такой сумки и сейчас покажу вторую сумку. И детали, главное, покажи туфли, что да, есть такая изюминка. Странно. Я сейчас не люблю страносые туфли, но вот сюда они прям... Не, посмотри, супер, очень классно. Супер круто, да. Сюда они прям то, что нужно, потому что ноги выглядят супер длинными и худыми. Или вот с этой сумкой винтажная Louis Vuitton. Посмотри. Да. Она была в Франции уже. Очень мне нравится. Доброе утро. Сегодня последний день съемок, и я решила что-то веселое надеть. Обуви еще нет, но покажу, что наверху. У меня очень классный верх, вот на самом деле это Chanel. Это мне досталось от моей старшей сестры. Это, я бы сказала, архивный объект, потому что это лыжная коллекция, не знаю какого года. Она очень давно у нее. Вот под низом у меня просто серая майка из мини-шопа, очки Radius, сумка, которую вы все уже видели в начале, это Mills Card, и чайка джинс. И, наверное, я надену тумудовские белые кеды сюда. Хотя, может, что-нибудь такое, стиль не сочетание в сочетании. Не знаю. Мы зашли в Code 7. Я узнала об этом магазине, потому что у меня моя старшая сестра дружит с человеком, который основал этот владельцем. Да, он вроде бы владелец. Многие наши друзья одеваются здесь. И я вошла во вкус и решила вам показать, потому что я понимаю, что мало кто знает на самом деле про этот магазин. Он не настолько медийный, и в этом и кайф. Здесь очень качественные, классные вещи, очень много японских брендов и американских, есть и французские. Я знаю, что это очень у меня большое, другого размера не было, чтобы показать. Я сейчас напоминаю себе Билли Айлиш. Раньше любила такие вещи. Такой вот костюм. Дикис, правильно говорится, не знаю, как правильно назвать бренд. И у нас здесь, чтобы вы видели, очень классные кеды фирмы Outre. Да. Что нам рассказали про них? Можешь пересказать? Что в Северной Америке в 80-е годы это были самые качественные теннисные кроссовки. Такой необыкновенный микс я сделала. Может быть, обыкновенный для кого-то. Но для меня это точно out of my comfort zone. Прикольно. Обувь, да. Обувь супер. Все бренды будут указаны, так будет лучше, чем я буду говорить, потому что я вечно ошибаюсь в названии. Давайте попробуем еще стилизовать немного это все дело. Мне кажется, сюда очень подойдет вот такая штука. Не? Да. Знаешь, кто я? Я студентка в Нью-Йорке, которая изучает искусство. Okay. Мне не хватает только этого скетчбука. И я сижу в Центральном парке и рисую. Да, вполне себе. У Лизы идет очень долгая шнуровка.
Ой, смотри, не зря на фигурное катание ходила. Тут такая же эта шнуровка. Куда ты торопишься? Я хочу к Авроре домой. Понимаю. Скучаю по ней. Вот моя фирменная шнуровка. Я всегда вот люблю ботинки так делать. Угу. Там не смотрите, там не получилось. Вот так вот. Последний на сегодня образ. Это корейский бренд. И это корейский бренд. А это я не узнала откуда. Ну, все будет написано, название бренда будет написано. Но мне прям хочется акцентировать, конечно, на ботинках. Они мне очень нравятся. Uh-huh. Я понимаю, что на мне все достаточно оверсайз, потому что на мне всегда все оверсайз в магазинах практически всегда. Потому что я очень маленькая. Миниатюрная. Ну да. Тут такие вот брюки. Очень легкие, удобные. И uh-huh. куртка мне очень сильно нравится. И вообще такой стиль мне тоже нравится. Прикольно. Тебе нравится? Да, очень. Здесь очень много всего. Я вам очень много не показала. Просто я сейчас в спешке небольшой. Но что-то там мы увидели. Здесь очень много джинс. Японских очень много. Ботинок. О, сандалии. Курточка кайф, только бы чуть-чуть. Короче, для меня. Эти мне очень приглянулись. Здесь есть еще пледы. Подушки. Я вернулась домой. На этом наш влог про шоурумы Петербурга заканчивается. Это только первый выпуск. Я, конечно, хотела добавить еще множество разных магазинов, но понимаю, что меня просто не хватит. И нужно, чтобы были еще выпуски про это, потому что я очень вдохновлена этой темой. И надеюсь, вам было интересно и полезно, вдохновляюще, может быть, посмотреть этот выпуск. Я была рада его снимать для вас. И хорошего вам дня, вечера, ночи, утра. Спасибо за просмотр. Как говорится, поддерживайте комментарием, пальцами вверх. Все это блогерское. Ой, боже.